Так, всем привет, друзья. Ну что, давайте пройдемся по пляжу. Вода 28 градусов сегодня. Витязева. Название пляжа, к сожалению, я не знаю. Но вода вот идеально. Ребят, если кто-то желает, скажите, что это одно свободное местечко, всех желающих приглашаю. Если же там будет очень больше места, я собираюсь следующий рейс. Ракушки сколько? Вода не следующий рейс, а вода тоже забирает. Здесь пляж у лагеря Витязева. Лагерь Витязева, да, написано. Вон медузка. Здесь народу нет, видимо, потому что здесь техническая зона какая-то. Шикарная вода. Тут сколько, чем ближе к центральному пляжу, тем больше людей. Много тут. Очень много. Дождь. Чуть с ног не сбило меня даже. В общем, первый день вообще шикарная погода нас встретила. И вода теплая. От творчества. Вот там у моста это центральный пляж. У нас тоже, мы когда первый раз пришли, потрогали воду, было холодно, но на самом деле это просто от контраста. Мы перегрелись, 36 градусов все-таки на улице, а вода 27,6, по-моему, я уже забыл. Фу, все, я уже вспотел, короче, только с воды вылез. Все уже жарко. Сейчас ветер, кстати, дует
от берега, поэтому на матрасах и так далее может унести. Так, я теперь не помню, где мы расположились. Здесь примерно... Примерно-то я знаю, куда, конечно, идти. Но народу, конечно, вообще много. Я не знаю, кстати, здесь можно расположиться или нет, но вообще люди сидят вон. Наверное, можно. Я нашел. Мы тут уже собрали все те объявления, говорили, что потерялся мальчик, зовут Ванечка. Нет, ты же сказал вроде, что нашел. Кому ты сказал? Никто не слышал, мы все ищем тебя, собака. Общается от бабушки. Сейчас скажу. Шикарная вода. Стрекоза летает. Да, я надеюсь, там качество картинки нормальное получается. Ну, пенная вечеринка. Сейчас дойдем до нее, если успею. Вот тут уже совсем шоколадная девушка. О, пены-то там немало. Первый раз искупался, и у меня сразу тут же ухо водой залило. О, сколько пены. Не знаю, сейчас связано. Поправлю обратно, чтобы все в пене. Интересно, долго это будет? Может, детей тоже позвать сюда своих? Вон пена летит прямо в море.
Я вовремя ушел, там все закончилось. А, нет. Опять включили. Так, я уже не прошел, вроде не прошел. А, вот, все, вижу. Такая коротенькая прогулка. Цена вроде 1000 рублей. Да, ты на вечеринку ходил? Попенился. Ром, ну не надо меня-то стрелять, я же с камерой. Там пенная вечеринка, но она уже вроде кончилась. Здесь немножко уже грязновато, но это все равно ерунда. Да, нормальная вода. В общем, вот такая вот прогулочка была. Так что, все подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Все, до новых встреч.